30 декабря, 17-й километр автодороги Тверь-Ржев. Здесь в автомобильной аварии погиб человек. Еще двое доставлены в больницу. Вот что стало с автомобилем «Тойота», который выехал из Зубцова и шел в сторону Твери. По всей видимости, иномарка двигалась на приличной скорости. Водитель не справился с управлением. Легковушку стало крутить по дороге, и она врезалась во встречную фуру. Кювет я ушел, когда с ними столкнулся. Машина на льду уже неуправляема стала. Сразу после столкновения? Их разворачивать начало. Я им багажник сюда, ну как раз где в задней пассажирской. А движение в этот момент сильное было? Ехали еще? Ну, машины, да, были. Удар с Каней пришелся на заднее пассажирское сиденье иномарки. Там находилась 20-летняя женщина. Именно она и получила несовместимые с жизнью травмы. Позже, когда приехала скорая, медики сообщили сотрудникам ГАИ, что погибшая была беременна. Еще двоих пассажиров «Тойоты» увезли в больницу. Один из мужчин находился на переднем пассажирском сиденье, другой сзади. И еще. Водитель «Тойоты» не дождался приезда сотрудников ГИБДД. С места аварии сбежал. Он сидел сначала, сидел там пень или коряк какая-то. Он на ней сидел, но тут что не до него было, как бы, и потом просто он исчез. Сотрудники МЧС говорят, стойкий запах алкоголя стоял в легковой машине. Алкоголь стоял, запах, да, стоял? Да. Стойкий запах у легковой машины присутствовал алкоголь. Ну, может быть, он вез что-то, разбилось. Может быть, от него, если бы он не убежал. Наверное, если бы он был трезвый, не убежал или с остаточным явлением. В этой страшной аварии есть еще одна неучтенная сотрудниками ГИБДД жертва. В салоне перевозили собаку. Она погибла. Ее бездыханное тело осталось лежать у дороги. А теперь о самой дороге. И водитель Скани, и водитель другой автомашины, участвующие в нашем разговоре, утверждают, состояние проезжей части было неудовлетворительным. По тормозам, а какой здесь каток был? То есть дорога, мы говорим, была не обработана? Ну, скажем, моя полоса каши была, а там вообще не сыпано. Ну, где они их начало крутить, там просто лед был. Необработанная дорога. Сотрудники ГИБДД сказали, что к моменту аварии посыпана была полоса, по которой шла фура. Встречку две спецмашины, которые в этот день работали на дороге, обработать не успели. Кстати, пока мы работали на месте происшествия, дорогу посыпали песком.